Друзья, рад вам представить мультимедийную систему Eltronic Home Sound под артикулом 2088. Как вы уже поняли, это система с объемным звуком 5.1. Ну и, конечно же, просто в стерео этот аппарат тоже работать может. В комплектации, кроме 5 колонок с 3-дюймовыми динамиками, у вас будет пульт дистанционного управления, букет из тюльпанов, антенна для лучшего приема радиостанции и переходник с RCA на мини-джек. Мощность этой модели 100 Вт по RMS, а частотная характеристика варьируется от 40 Гц до 20 кГц. Размер низкочастотного динамика составляет 6,5 дюймов. К Eltronic 2088 можно подключаться и через Bluetooth, и через SD-карту, а также есть вход и для флешки USB. Но и это еще не все. К системе можно подключиться как через оптический кабель, так и через кабель HDMI. На задней части также расположены и кнопка включения и выключения, и другие разъемы. Здесь у нас находится аудиовыход на наши колонки, а рядом питание для подсветки. Здесь располагаются входы для DVD-проигрывателя, а также стереовход и вход для FM-антенны. Регулятор громкости действует не только по своему прямому назначению, но и работает как кнопка, которая переключает вас с режима на режим воспроизведения. Также кнопкой 5.1 и 2.1 можно менять режимы между собой. Управлять музыкальными композициями можете кнопками ниже. Кроме плей-паузы, эта кнопка также действует, как и поисковик радиоволн. После настройки всех радиостанций, а их более 29, вы можете переключать их с помощью этой клавиши, как вперед, так и назад. Также все эти действия можно осуществлять и с помощью пульта дистанционного управления. На случай, если что-то непонятно из видеообзора, в комплекте есть инструкция, причем со всеми подробностями. Сейчас давайте послушаем, как звучит вся эта история.